вообще повторяется событие с летней давности. Когда нам просто не давали собраться, видите, мы по конституции с вами. Только мы, народ, являемся настоящей властью в стране. Вы кто? Ни вот ни вот этот ни белый дом, ни серый дом, никто. Властью являемся только мы с вами. Ты являешься, Паша, ты, Артур, только мы являемся властью. И при этом нас пытаются заставить подавать. У нас митинги носят уведомительный характер. Уведомительный, это, знаете, это записано во французской декларации независимости. Что, это общее право человека собираться мирно и митинговать. Это право человека, это такое же право, как право жить, как право дышать, как право есть. Такое же право и собираться. Нас пытаются лишить этого права. Поэтому сегодня мы не согласились. Мы подали в суд, когда нас, вот этого места, это святое место для каждого коммуниста, памятник Ленина. Мы не собирались традиционно, всегда, да, ни при Настратенко, ни при Далькине, ни при Миклушевском, ни при... Кто-то был пост уже, забыл. Раз, никогда не было. Сейчас, при Кожемяка, нас пытаются прогнать даже отсюда. Извините, господа хорошие. На молодежной, возле дома молодежи, мы можем собираться, не подавая уведомления. Просто можем прийти сейчас и собираться в любой день, в любое время. Нам нужно это место согласовывать. Мы в рамках закона. В рамках, как нас уже поставили, мы подаем уведомление сюда собраться, и нам не согласовывают. Нельзя. Придумали сейчас новую мульку, что 100 метров от вокзала. Знаете, во всем мире, в России, в Советском Союзе, при вокзальной площади всегда были местом сбора, всегда были местом митингов. По-другому никогда не было. Это специально есть привокзальная площадь, там собирались люди. И то, что сейчас придумываю, что нельзя собираться возле вокзала, это бред. Это бред, я буду платить. Так вот, сегодня мы собрались с вами выступить, сказать, за честные выборы. Друзья, за честный выбор. Что происходит у нас в Приморском крае, что происходит в стране. Мы все помним, как полгода назад на выборы не допустили нашего кандидата Андрея Ищенко. Когда он победил в сентябре, мы все это видели, как, что он получил большинство голосов. И как они испугались. Что они буквально ночью, под утро, переписали результаты, чтобы женщины голоса снизились, за Кожемяка, не за Кожемяка, за Тарасенко голоса выросли. Они обманули людей. Но люди возмутились. Сейчас они что, не просто кандидатов начинают не регистрировать. Потому что ситуация прошла в Москве. Множество кандидатов в Москве были не зарегистрированы, просто не зарегистрированы. Придумали сбор подписей. Сбор подписей, что собирайте подписи, зарегистрируйте. Боюсь этого слова, которое как бельмо у них на глазу.
Соответственно, конечно же, они нас пытаются поставить какие-то рамки, ограничить наши какие-то движения, да, гражданские и политические. Потому что мы что хотим? Что хочет коммунистическая партия? Коммунистическая партия хочет, чтобы весь народ был един, чтобы все одинаково были счастливы, чтобы все имели почву под ногами и верили на нужный свет, чтобы они не боялись потерять завтра работу. Что хочет партия? Партия хочет коммунистическая, чтобы у всех людей не было страха рожать своих детей, потому что... Потому что Вы видите плакаты? Где? Флаг один. Спасибо. Спасибо.